Итак, снова здравствуйте, с вами Flame, и мы поговорим об адаптации Dota 2. Так, ну, я рекомендую ввести данные настройки в запуск игры Dota. Так, это открытие игровой консоли, это отключить заставку при запуске игры, а это активация конфига AutoHack. Почему именно этот конфиг? Так как я в описании видео скину конфиг для тех, у кого слабый компьютер, и он будет улучшать положение со слабыми компьютерами, у тех, кого Dota 2 очень туго тянет. Так. У меня вот здесь остался. И у тех, кого слабые компьютеры, рекомендуется также поставить Windows XP, так как она меньше требовательна к ресурсам игры. Так, сейчас запустим ради теста Dota 2. Так, сейчас запустится Dota 2 наша. Так, она запускается. Сейчас. Вот. Наша игра загрузилась. Так, теперь мы поговорим о настройках. Советую ставить следующие настройки экрана. И также настройки графики поставить все на низкое. Но не советую отключать качество обработки. Так как из-за того, что вы ее снизите, вы будете видеть какое-то мыльное кино, которое вы видите на Sony PlayStation 3. Ну так. И зайдем ради теста в одно, просто в лобби. Создадим одного пассивного бота и зайдем. Так, мы видим, конечно, графика незамечательна. И анимация героя отсутствует. Но мы видим нормальный FPS. Включим. Шауи. FPS, мне кажется, скачет из-за записи. Подождите. О. Clearly. In secret. Проще уж сразу. Yes. А, я ж не включил читы. Ну ладно. Мы видим то, что, конечно, графика не из лучших. Ah, strange. Но игра теперь реальнее стала. Ну, в общем-то, это было все. С вами был Flame. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всего хорошего.